Чик. Включено. Итак, в общем-то, сначала делаем пробный запуск. Вот он у нас начал искать спутников. Делаем калибровочку. Так, нажимаем так, держим. Теперь делаем раз, делаем два, делаем три, делаем раз, делаем два, делаем три и делаем раз, делаем два, делаем три. Делаем. Так, ждем. По идее, он должен у нас перестать быстро мигать. Он у нас ищет спутников. О, перестал. Теперь делаем калибровку. Вот это. Сделано. Пробуем. Так, теперь дружим камеру с телефоном. Ставим телефон сюда. Выбираем камеру. Он ее увидел. Так, это чтобы нас ветром не сдуло. Wi-Fi, пожалуй, в камере пока отключим. Отключаем и включаем запись. Все, эта хрень у нас пишет. Заводим моторы. Так, посмотрим дальше. Не, просто смотри, что у меня за полоска. Не обращай внимания. Пробуем очередной запуск. Да, ботинки, конечно, супер. Я о чем и говорил, ботинки будут грязные. Ты только перед тем, как это снег хоть будет повытираешь. Так, посмотрим, какая у нас кнопка. Меня. Вот, собственно, что он... Вот, собственно говоря, что у нас получилось. Из-за того, что криво его откалибровал, он у меня улетел в сторону. Сломалось по результату крепления для камеры. Ну, благо, что недалеко улетел. Сейчас мы его отправляем вдаль. Вот он у нас улетел дальше.
Делаем возврат домой. Он набирает сейчас у нас высоту положенную. И вот, собственно говоря, точка, откуда он у нас взлетел. Вот он у нас и возвращается. С новыми лопастями он стал на порядок более резвый, более мощный. Новые лопасти, ссылка будет там под видео, где я их приобрел, имеют больший охват и, соответственно, больше залом. Сильнее работает. Вот он у нас приземляется, вот так вот. Ну туда опять. Оно примерно, точка ошибся, но вот опять взлетаем. Сейчас мы попробуем сделать очередную функцию. Отключить аппаратуру саму. Выключаем. Чик. Смотрим, что происходит с квадрокоптером. Он потерял связь с аппаратурой. Возвращается на точку старта. И, соответственно, вот он завис у нас. И начинает медленно-медленно приземляться. Сейчас попробуем обмануть систему. Включаем аппаратуру в момент приземления. Что он будет делать дальше? Ему, в общем-то, абсолютно фиолетово, что мы ее отключили и опять включили. Он, собственно, у нас вот приземлился на то же место, откуда и взлетал. Что у нас получается? Вот у нас наш красавец висит возле меня. Оттолкнул я его в сторону. Он возвращается на ту же самую точку, откуда я его отталкиваю. Вот он наш красавец, ветром его гоняет, но позицию он вроде пытается удержать. Ну вот да, то, что я его толкнул, ветер еще помогает. Сейчас пытается скалиброваться на той самой позиции, где он был в тот момент, когда я его оттолкнул. Ну вот, собственно говоря, опять завис. Почти. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до скорых встреч, пока!